Камчатка дала старт всероссийской акции «Географический диктант». Жители полуострова первыми в стране проверили свои знания в области географии. В регионе акцию курировали Кранотский биосферный заповедник и попечительский совет при губернаторе Камчатского края. Акция прошла 1 ноября одновременно на 4 площадках в Петропавловске, Елизово и Вилючинске. Тестовые задания были разработаны в МГУ и содержали 25 вопросов. На тестирование пришло более 250 камчатцев. Результаты географического диктанта будут опубликованы на сайте РГО после 10 ноября. Его адрес вы видите на экране.